Всем добрый день. Сегодня прекрасная погода, и мы решили погулять в парке. И что ты сел? Пошли в парк, там на площадку. Там детки тебя ждут. Нет, апа, я не буду делать, он говорит, подними. Ножками, ножками. Ножками, топ-топ-топ. Так, мы пришли, он торопится на площадку. Идем, идем. Здесь березы. Такие лавочки. Такой ухоженный, красивый парк. Ну, в Алмате нет неухоженных парков. В Алмате очень много парков. Алан, нам надо вот в ту сторону. В ту сторону надо было. Детская площадка, видишь, написано? Видите, как он побежал на площадку. Увидел, что площадка. Все, ему ничего не надо. Деревья, конечно, все листья выпали. Деревья голые. Блин, я так хотела снять, когда была еще листва желтая. Золотая осень. Но вот так времени нет. Жалко, конечно. Но я вам фотки прикреплю. Где Алан там? Красавчик. Да, иду я. Ой, Алан красавчик, молодец. Ура! Ура! Алан так спускается. Ой, молодец. Похлопай. Похлопай или не делай? Видеокамеры. Такие беседки стоят. Там была вот. Ну, периодически не стоят. Люди отдыхают, кушают. Пикник на природе. В парке. Класс. Вот такая есть спортивная площадка. Занимается спортом. Бесплатно. Фитнес. Всякие разные. Здесь он тоже. Это для спорта. Как хрустит листва. Не шикарно. Тут звук. Иди, ходи, ходи, давай. Давай, вот так. Ага. Еще ходи. Здесь такой сад, как в детстве. Индира, помнишь? Какая радость. Если получится, заснимем белку. А, вон она. Вон, вон, вон. Видно вам? Прям против солнца.
Вон он. Вот, вот. Красота. Просто счастье. Вон она, красавица. За листвой не видно ее. Вот, вот. Красавица, красавица. Вон она сидит. Пушистая такая. Вот, вот, вот. Давай спускайся. Алан тоже хочет кормить белок. Давай. Она что-то ест. Свое что-то. Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сыночка. Сейчас подойдем, покормим. Я так боюсь. Ну, господи.
Алан, не пугай ее, пожалуйста. Я тебя прошу. Ну куда ты? Ну вот же тебе дали. Ну иди, иди. На, 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 на. Кинула орешек, она взяла, побежала. Лови. Ручные, видите, белки здесь. Вот люди сидят. Алан, ну давай кидай уже этот орешек. Вот, видишь, вот она. Вот, побежала. Да кинь уже орешек ей. Кидай. Кормил белку. Я, к сожалению, не смогла снять. Да, сколько мы бегали за ней. Вон она бегает теперь. Наконец-то. Алан устал. Бегал, бегал за белками, да? Хоть покормил. Я наблюдаю. Да. Еще. Угу. Лайк. Покажи, как лайк. Поставьте лайк. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. Мы уже давно дома, готовим ужин. Так, на сегодня решила сделать вот такие гнезда яичные, фаршированные курицей. Сейчас буду делать начинку. У меня будет фарш, куриный фарш, филе здесь. Все на глаз делаю. Одно яйцо, один лук, то есть морковка. Потом расскажу, как будет делать соус. Так, фарш уже готов. Сейчас это все засолим, поперчим. Немножко добавим специи для курицы. Так, у меня вот такая есть приправа. Все это добавляем сюда. И будем мешать. Так, друзья, я добавила немножко растительного масла для сочности. Чуть-чуть. Продолжаем мешать. Смазываю маслом противень. Я ее так кручу, она у меня потом все растекается полностью. Вот так я выложила гнезда, макарончики, лапшичку. И теперь будем начинять их. И вот сюда направляем. Вот так делаем, как котлетки. И вот туда.
все. Так, 100 грамм молока. У меня вот такое молоко. Потом две вот такие большие, огромные, полные ложки сливочного плавленного сыра. У меня президент, вы можете любой. Теперь это я все. Так, я все это взбила венечком хорошенько. Теперь буду заливать. Вот так вот заливаем эту смесью. Не забываем посолить ее немножко. Все, вот ровно хватило. Так, я посыпала сыром. Оно у меня почти готово. Сейчас обратно закрываю фольгой и отправляю ее опять в духовку. Будет готово. Так, вот блюдо приготовилось. Сейчас Арсен будет пробовать у нас. Удивительно вкусно. Серьезно? Да. Арсен никогда не врет. Он всегда. Если ему не нравится, то все. Ты его не заставишь есть. Действительно, очень вкусно получилось. Вот сейчас едим. Ставим лайки, подписываемся на канал. Да. Лайки ставим? Пока.